Ранее судимы? Да. Какие статьи? 158 часть 2. За что задержаны были сотрудниками полиции? За вскрытие магазинов сотовой связи. Сколько магазинов вскрыли, что делали? Воровали. Ну что именно? Телефоны. Понятно, в каком количестве? Не помню в каком. Сколько человек у вас было? Вообще 5. Ранее судимы? Нет. За что задержаны были сотрудниками полиции? За ограбление. Ограбили салон. Сотовый телефон. Каким образом заходили туда? Путем разбивания окна. За что задержаны сотрудниками полиции? За ограбление сотового ларька. Понятно. Сколько человек у вас было, что совершили? Ну, надо чуть. Давай включи опять дам. Так, мы работать будем сегодня? Будем. В скольких эпизодах вы участвовали? Не знаю. Ранее судимы? Нет. Ранее судимы? Нет. За что задержаны были? За ограбление. Мобильную связь. Сколько эпизодов? 4. 5 человек. 4. Каким образом заходили? Через окно. В ночное время, да? Да. Ранее судимы? Нет. За что задержаны были сотрудниками? Ограбление. В одном эпизоде только участвовали? Двух. Двух.